Фура протаранила пост ДПС. В воскресенье вечером в городе почти одновременно произошли сразу две аварии. Около 7 вечера на въезде в город со стороны Самары КАМАЗ летел бывший стационарный пост ДПС. Удар был такой силы, что кирпичная кладка не выдержала и провалилась внутрь. К счастью, в аварии, кроме водителя, никто не пострадал. Здание давно пустует. Грузовиком также была сбита опора электропередач, которую заменили на следующий день. В это же время произошла авария на улице Гоголя. Здесь в сугроб ушла легковушка. Водитель, видимо, так сильно разогнался на путепроводе, что не справился с управлением. Оба водителя, по предварительной информации, были трезвыми.